Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году. Сын простого рыбака, он в 20 лет ушел из дома, самостоятельно добрался до Москвы и прошел курс наук в славяно-греко-латинской академии. В 1736 году его как лучшего студента отправили учиться в Германию, где он провел 5 лет. Математик, астроном, естествоиспытатель, он также создал труды по филологии то есть по стихосложению и языковедению. В собственных стихотворениях и ораторских речах воплотились предложенные ученым теоретические правила построения речи. В 1740-е годы, когда в России велась работа над проектом памятника Петру I, Ломоносов неоднократно сочинял стихи, посвященные этому памятнику. Вот небольшой фрагмент обыкновенно называемый к статуе Петра Великого. Елисавета здесь воздвигла зрак Петров, к утехе росов всех, но кто он был таков? Гласит сей град и флот, художество и войски, гражданские труды и подвиги геройски. Михаил Ломоносов был выдающимся одописцем. Ему принадлежит множество стихотворений одического характера, известнейшее из которых «Ода на день вошествия на всероссийский престол ее величества государыни императрицы Елисофеты Петровны 1747 года». О вы, которых ожидает отечество от недр своих и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих. О ваши дни благословенные дерзайте ныне ободренные раченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумов Нефтонов российская земля рождать. Науки юношей питают, отраду старым подают, к счастливой жизни украшают, к несчастной случай берегут. В домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха. Науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском шуму и наедине, в покое сладкие и в труде. Тема Оды – это наука. Поэт возносит хвалу императрице за то, что она, прекратив войны, стала развивать науку. Поэт надеется, что русская земля породит таких же смелых гениев мысли, как Платон или Ньютон патриотизм, трудолюбие, ученость, мужество – вот качества, которые Ломоносов хочет видеть в своих согражданах, людях будущего. Гавриил Романович Державин родился в провинциальной дворянской семье. После недолгой учебы в гимназии он поступил на службу в Преображенский полк. Поэзия счастливо способствовала служебной карьере. Ода Фелица, в которой Державин прозрачно намекал на добродетели императрицы, была принята благосклонно. В последующие годы ему довелось быть губернатором, сенатором. Но свои досуги он отдавал прежде всего поэзии. Иногда поэту приходилось сочинять хвалебные стихи. Свое недовольство этим и желание свободы творчества поэт выразил в коротком стихотворении ⁇ На птичку ⁇ Поймали птичку голосисту и ну сжимать ее рукой. Пищит бедняжка вместо свисту, а ей твердят, ⁇ Пой, птичка, пой! ⁇ А в стихотворении признания Державин по его собственным словам видел объяснение на все свои сочинения. Вот фрагмент из этого произведения. ⁇ Не умел я притворяться, на святого походить ⁇ важным саном надуваться и философа брать вид. Поэзия XVIII века постоянно экспериментировала со словом. В первой половине столетия была принята села ботаническая система стихосложения, новая для России. Если Ломоносов деятельно участвовал в ее применении к русской поэзии, то Державин пользовался этой системой уже как готовой но у него имеются опыты другого рода. Так последнее стихотворение поэта, оставшееся незаконченным, содержало в себе окрастих. Это такой прием, когда первые буквы каждого стиха составляют фразу, слово или имя. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей а если что и остается, через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. Это стихотворение под названием «Натленность» было начато Державиным за три дня до смерти. Подводя итог жизни, поэт задумывается о малости человеческих дел перед лицом вечности, и этому философскому размышлению он придает изящную форму окрастиха – Руина чти. Что далее хотел сказать поэт, осталось неизвестным. Русская поэзия XVIII века имела большое значение в становлении национальной литературы. Она сдвинула книжность из религиозной в художественную область. Таким образом, и со стороны содержания, и со стороны формы поэзия XVIII века подготовила почву для русской классической литературы XIX столетия.